Короче говоря, решил поехать на битву наций. Девушка спешно меня покинула. Я понял, что нужно потренироваться. Загуглил фитнес-центр, выбрал спортивный костюм. Удивился ценам. Решил позаниматься на турниках. Батина форма пригодилась. Познакомился с местными спортсменами. Мне вежливо предложили помочь с тренировками. Но я вежливо отказался. Пришло время собрать свои первые доспехи. Пацаны не оценили. Не. Исправился. Парни одобрили. Сложнее всего оказалось выбрать оружие. Катана резалась, шпага кололась. А это что за прибор? Кажется, этим не фехтуют. Попробовал щит-меч. Понравилось. Взял алебарду. Вернулась девушка с подругой. Но зачем они мне? У меня же есть алебарда. Потренировался отлично. Ребята сказали, я готов к битве наций.